Всем доброе утро. Не знаю, видно или нет. Вот над моей тенью сияние. Ветер встречный, херово. Хоть и не сильный, но к обеду еще сильнее будет, наверное. Фух, ничего, нормально. Привет. Вдалеке от населенных пунктов по дороге обнаружил такой памятник. Ограждение в виде звезды. Здесь в 1928 году потьминские коммунисты Бутусов Михаил Петрович, Заплаткин Алексей Васильевич, Кабельников Прасковья Федоровна, вдова коммуниста-чекиста, Повыдчиков Федор Евграфович, Постнов Федор, Сонин Михаил, Сонин Степан, Сорокин Филипп, Шагаев Николай организовали коммуну имени Ленина. В основании заложена капсула с наказом к будущим поколениям. Да, основали коммуну. Эх. Въезжаю в село с красивым названием Вальдивацкое. Интересно происхождение этого названия. Вальдивацкое. А вот впереди домик справа. Заметил ворота красивые. А, вот здесь пруд. Вот ворота древние тоже. Ни разу я не видел, чтобы они сохранились где-то. Арка. Арка, я имел в виду. Впереди трасса Р-178. Ближайшие города на этой трассе: налево Саранск, направо Ульяновск. Нам поворачивать в сторону Саранска. Поселок Большая Кондорать. Этимология интересна этого населенного пункта. Не успел я обрадоваться широкой обочине и на тебе. Ну хоть такая, то ладно. Время размяться. Такую гору я не вытяну. Хорошо, хоть обочина большая. Ничего. Пошагаю. Даже приятно ногами поработать. Немного размять их. Другие мышцы. Еще немного. Еще чуть-чуть. Иду со скоростью
5-5,5 километров в час. Быстрее, извините, не получается. 80 килограмм велик не так легко толкать. Срезали холм, не могли побольше срезать. Они поленились, а я здесь упираюсь как ишак. Лодыри издеваются над велосипедистами. Судя по тому, что толкать стало немного легче. Склон выполаживается, становится не таким крутым. Вон сколько прохерачил. Вон туда смотри. Да, видно, положе стал. Последние метров 100. Сейчас трасса немного повернет, и боковой ветер станет попутным. А ветер довольно-таки сильный. И дует он со стороны облаков. Вот оттуда. Белый ключ. Километров через 5 будет поворот. Свернул с трассы. Наконец-то тишина. Не знаю, правда, что за дорога будет. Но тихо будет точно. Ой-ой-ой-ой-ой. Время без 20 час. Я проехал уже 108 километров. Километров через 5 будет деревня Болтаевка на берегу Суры. Вот там я наберу воды. А с ночлегом здесь проблем, мне кажется, не будет. Ни здесь, ни потом. Лес приятный вокруг, сухой. Справа старица, наверное. Это живописное озеро. По ту сторону видно мостки. Наверное, база отдыха или дача какая-то. А пасека там. О, а здесь дорога даже советская, бетонная. Интересно. Дорога какая красивая вот идет. А вот и показалась деревня Болтаевка. Замечательное название. Деревня заброшенная. Такие дома. Развалюхи за редким исключением. Да, люди сейчас будут спрашивать. То ли родник, то ли колонка. То ли колонка с родника. Толком не понял. Мы сказали, что с дороги увижу. Где-то недалеко.
пока не вижу. А, вон колонка, вижу. Отлично. Что за болото такое? Интересно. Классная вода. Колоритное такое село. В основном развалины. Такое место роскошное, блин, позаброшенное. И дома красивые были. Ой-ой-ой. Это же как после войны. Так вот так вот я могу. Да. Люди, плохо гор, кто скотник, кто плотник. Люди здесь маленько швыряли, заходили. Вот эти вот что дома, тут сейчас дачник скупили, да? А здесь жили те люди, которые всю жизнь здесь отдали всему. Сейчас купили дачник. Кто на ферме работал, кто пастух, кто плотник, ну вот.
деревню сначала убили, а потом начали газ вести. И зачем? Ну, не знаю как. Да я в родчих выхожу. До плиты 560. Я говорю, да мне не надо ничего. Мы топили всю жизнь дровами. У нас были русские печки. Не надо нам, а там. Вот разрушенная улица. Там еще выше дома есть, не поеду я туда. Вот это была школа, потом магазин. Это Александр Иванович, с ним пообщались. Сейчас поговорили немножко. Ладно, двину дальше. Такие вот дома здесь. На берегу Суры. Резьба какая. А вот, смотри, какой красавчик. Зарос. А? Какой? А вот зарос. Домики-то как на подборсе, красавчики. Все разные, одинаковых-то нет. Приехал я откуда-то, вот оттуда. Или вот оттуда. Вот передо мной вот здесь деревня Болтаевка. Там внизу протекает Сура. Вот туда наверх мне надо заехать. Блин. Лес. Река. Чего еще надо людям? Работу надо. Че? Колхоз развалили. Вот и все. Кончилось село. А поле, я не знаю, ну фермер, пашет какой-нибудь. А может и не местный даже. Да. Сейчас поднимусь на эту вершинку, снимаю оттуда. Там их двое. Эй, парни. Стоит. Красавчик.
Пойду-ка я пешком дальше, песок. Ничего, классный. Косулька, красотулька. Дорога так себе, конечно. Ой, песок. Вот кто копом по старине занимается. Смотри, культурный слой отдельно, глина отдельно. А, копать не хочу. Деревня древняя. И здесь тоже трубы лежат, тоже будут дезинфицировать. Да, был асфальт здесь, советский. Вот.
Ресторан, видать, бывший. Это детский городок, блин. Это памятник. Покрыли вентилируемым фасадом. Молодцы, блин. Мы сейчас едем в деревню Татарские Горенки. Вот там впереди она. От нее потом будет поворот направо, и снова вернемся к Суре. Ух, какой асфальт классный. Новенький. Уже проехал 130 километров сегодня. Цикады, как на юге, такие же громкие. Татарская глушовка. Ростиславик. Прямо в какой-то каньон въезжаем. Цикады. Ветер встречный очень сильный, как в трубу, наверное, дует между этими горами. Прям очень сильный. Лихо мы скинули высоту. Село Беловодье.
сегодня очень устал, поэтому встал где придется. Первый лесочек, чтобы с дороги не видно было. 137 километров, 139, шутка ли. Все, пока.